Но мне больше всего понравилась атмосфера, которая здесь царит. Не просто, знаете, пришли, продиктовали, написали диктант и ушли. А вот именно вот все это превратить в какое-то масштабное такое мероприятие с такими личностями, выдающимися, приглашенными. Вот, и я решила, что буду теперь каждый год участвовать. Все прошло более-менее хорошо. В этом году у нас появился такой достаточно большой наплыв иностранцев. Мы не ожидали, что их будет очень много. Пришлось даже открывать две дополнительных аудитории для иностранцев. И дальше будет самая сложная часть – это проверить все эти работы. Диктант МГУ написало около 1600 человек. В аудитории с Познером мы писали примерно 360 человек. Считаешь, это замечательное дело вообще. Хотеть грамотно писать на своем языке, ну это же отлично. Так что я с удовольствием, когда мне предложили, я с удовольствием согласился.